Здравствуйте, я Татьяна Ковальчук, и вы в канадской деревне. Первый раз в жизни. Люся, первый раз за 5 лет. Вот мы, она у нас 5 лет. Первый раз за 5 лет она встала чистая. Представляете, как я ее вчера вечером оставила, так она и встала. Я утром пришла, вот такая же чистая. Чуть-чуть там она измазалась. Она всю ночь, представляете, какала в желоб для навоза. Это достижение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.